А вы знали, что можно сделать из 5-литровых пластиковых бутылок своими руками? Очень классную самоделку для хозяйства. Для создания самоделки понадобится маркером нарисовать линии, как показано на видео. Количество бутылок зависит только от вас. В конце видео вы поймете почему. По нарисованным линиям вырезать. Замятые места при необходимости выпрямить. Вырезанные части бутылок наживить саморезы. Самоделками переместиться к какой-нибудь деревянной стенке и к ней саморезами их прикрутить. Прикрученные донышки бутылок заполнить кемпинг газовыми баллонами. Вот таким простейшим способом получился удобный органайзер для кемпинг газовых баллонов. Кому такая хитрость и идея для самоделки была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!